Здравствуйте всем, здравствуйте всем. Еще. Куды? Ой, я выставляю красиво все. Все. Всем здрасте, всем привет-привет. Вы на канале Пиратская Жизнь. Так вот, теперь на лаван надо. Так, раз. Миллиметровщик, а? По линейке все выставляю. Все. Хлеб, колбаска, сырок, сметанка, лаванная майонеза. Куча. Мы в хорошем настроении. Да. Ну, кто смотрел утренний влог, тот в курсе. Вот в курсе, товарищи, в курсе. Так, сметаночка. Обязательно посмотрите утренний влог. Там коротко, но ясно. Да. Дай кучу. Давай сделаем заставку такую. Не, другой рукой. Хоть бы. Положи, давай. Все, у нас все будет хорошо. Так, у меня суп гороховый со сметаной. О, кстати, какой хороший. С копченостями, такой вкусненький. Так, а у Вована, да. Я его сейчас накладываю, он вообще, он просто прям как желе стал. Его резать можно было. Вот. Но потом, кстати, перемешал нормально. А разогрелся, и он стал хороший такой. Консистенция, достаточно жидкий. Но, кстати, смотрите, полностью горох сам растворился. Я его не пробивала. Вообще. Вот так вот. Вообще. Качественный горох, да. В общем, спаровский горох натура, советую. Натурал. Натурал, да. А то я брала какой-то у них там, не помню, дешевый горох, и он вообще, кстати, не разварился. Ох, хоть сколько вари. Там даже шкурки оставались. Был смак. Да. Это прям хорошо так разварился. Я себе бутерброд взяла. Если я пресс. Могу себе бутерброд. Ну что, как суп? Хороший? Нормальный. Слушай, мне вот интересно, вот там спарк продает зеленый горох. А его куда? Там что, опять дождь? Смотри, опять туча набежала. А сегодня целый день. Тут дождь точно. Как и вам ехать, опять вся машина грязная будет. Там все кончилось уже. Ой, слушай, вкусный. Суп прям балдёрный. Ой, великолепно. Мне тут идею подкинули. В следующий раз делать этот рассольник. Особенно. Какой? Какой? Сделаем по-питерски. Такого нету. А вдруг? Ленинградский? Да. Ленинградский. Кстати, со сметаной очень вкусный. Она компенсировала все кислинки. Как тебе сметана? Нормально. Что, кашляешь? Вы знаете, я без супа жить не могу. Всякие пельмени и прочая фигня не заменит суп. А что суп это, вот ты его варил, ты вкладывал в него любовь. И все. Вот сегодня, кстати, стало, живот вообще не идет. Я думаю, все-таки это из-за малины вчерашней, позавчерашней. Вчера вот немножко воздержалась после ужина от еды. Выпил только кефирчик, и мне чуть полегче стало. Спала крепко, в таком случае. Начальник. Белый качки лазит. Очень вкусно. Слушай, а кран-то получается у них вчера все-таки отвернул, да, ветром? Сам по себе. Да.
Уебал, пытается как сосиска. Мы вчера, помните, стрим так был? Вчера. У вас уже давно. И этот. Я сижу, время 8:30. И там он как раз на нас поворачивается, прям резко так, и такая. Я чуть не обосрался, прям, знаете, вот эта вот стрела вот так у тебя поворачивается. Она прям как раз до нас будет. Длиной так. Да, даже выше чуть. Mm-hmm. Дальше. Он полностью дом весь закрыл. Ну, такое малоприятно. Вообще нет. А он крутится, как это, сосиска. Угу. Я не знаю, что он там делал. Он крутится, как это, флюгер. Да. Чуть сильный ветер, и все. Я специально так сделал, чтобы не падал. Угу. Ну, вроде солнышко просвет. Надеюсь, что будет хорошо. Сегодня надо будет что заехать, продукты купить. Можно в Акие заехать по дороге на Комсомолке. Конечно. Конечно. Хороший магазин. Или в Ленту. Конечно. Вова, еды нет, даже колбаски нету, последняя. Так что думай. Может быть, оставить немножко колбаски-то? Мне. Как же без колбаски-то будешь, Вов? Вообще-то 2-2 было. Ну, да, так можно. Спасибо. Все. Я вот еще один вопрос себе сделал, все остальное твое. Не беспокойся. Все, переживает. Вдруг нервничает. Видите, человек нервничает. Мне вдруг колбаски не достанется. Последний съешь. Да. Может быть. Я тоже себе, видите, решила делать бутерброды заранее. Потому что с этим человеком лучше подготовиться. Тыкулчик, тыкулчик, тыкулчик. Чё за фига? Чё, где? Так, Вова, убери свою пыску. Блин, как здорово. Вот у меня, знаете, проблема, я не могу держать своих эмоций. Я не могу вот этот покер-фейс. И все. Мне так хочется рассказать всем. Я не буду. Помолчу. Маленечко. Буду держать интригу. Писать как-нибудь это свой. Вкусно. Может, это какой-нибудь запишут трек со мной. Вкусно. И все. Ой. Я когда голос меняю, у меня постоянно слезы. Почему-то. Чайоча. Чайо. Что, вкусный? Ой, суп вообще. Девочки, готовьте по нашим рецептам. Не пожалеете. Да. Может, это смотрится не очень красиво, но вкусно. Да? Жопки. Жопка. Тараканья. Ты. Так. Ты. Сейчас поедем, посмотрим, что Иван скажет. О, сейчас нас... Ругать будет. Ехали с одним, еще второе. Так, давай так. Если что-то собираешься еще делать, давай сразу. Чтобы сразу с букетом приехать. Где? А потом сразу к Володе. Говорю, Володя, все,
Можно машину по гарантии сдать? Что-то тут не то. А придумаешь? Горбушечка. Как ты любишь? Дождик с варкой. Угу. С варкой? Ну, видишь, они уже верхние балки укрепляют. А если они верхние укрепляют, значит, скорее всего, все. Они не будут уже... Ломать-то? Да. А вот здесь вот, где они снесли, это, получается, шов будет, да? Возможно. Там, как оно? Вот так вот. Смотри. Быть может. Вот так вот соединят его, да? Получается. Не знаю, может быть. Что там хотят делать? Что мы уже передумали от начального плана, то, что было. Угу. Ой, со сладким чаем. Ой, бутерброд с сыром, колбасочкой соленой. Просто очень вкусно. Жить нужно в кайф, ты потанцуй со мной. Знаете, вот на старости сидят, как буду умирать, а буду думать, ну хотя бы я всю жизнь кайфовала. Кайфовала, пойми. Ела, что хотела, ездила, куда хотела, жила, как хотела, ни о ком не думала, как говорится, только о себе и любимом муже. Все, понимаете? Кайф. Не думала о мнении окружающих. Хаза. Ни за что не стыдилась и ни о чем не жалела. Блин, Васю все-таки заблокировали. Вообще не накурила. Жалко. Но он, кстати, новый канал создал. Не только его. Вот я хочу тоже Васю поддержать. Вася Винокуров. Василий Винокуров. Он сейчас создал новый канал. Очень классный, я прям смотрю, мне прям нравится его юмор. Он из Челябинска. Вот, у него был канал, 500 тысяч снесли. Но он там много за политику очень говорил. Лишнего. Вот. В общем, кого заинтересует, Василий Винокуров. У него сейчас новый канал. Может, кто-то его тоже смотрел. Мне нравится, как новости преподносит. С юмором. Ну, опять дождь. Говорю, вот если бы мы сейчас поехали, прям под дождь. Угу. Вот бы машина. Все, смотри, и солнце, и дождь. Опять грибной. Надо грибов сушить. Это я, да? Видите, все съели. Кажется, ни о чем не пожалели. Хорошо. Выдрогаю сегодня. Прям нормально.
что спала. Сны такие снились. Знаете, прям как на собачке в ночи. Ну, в курке даже будет холодно, что ли? Что-то мочит. А зачем тогда они раздалбливали вот здесь, вот? На вот этом этаже. До этой. Не понимаю. Они раздолбили, он видишь, где? Что? Где труба? Кажется, они ее снимать будут. Трубу? Кто-то другой ставит. Труба уже сгнила, наверное, вот так. Металлическая, да. Проржавел уже, блядь, кто-нибудь. Вот ее, наверное, будут убирать, ставить новую. Как поддержку. Потому что и там они тоже раздолбили, но вон там с края труба. Но она как бы не длиннесущая, а для так. Ладно. Все, пошла я быстренько сейчас мыться. И поехали мы с машиной. Все, мои хорошие. Всем хорошее настроение, не болейте. Все у вас будет хорошо. Думайте только о хорошем, и все у вас будет. Все. Увидимся. Пока-пока.